В выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась 15-я международная выставка коммерческого транспорта «Комтранс». Экспозиция площадью 44 тысячи квадратных метров собрала более 250 компаний-участниц. Гости выставки увидели новые модели грузовых и пассажирских коммерческих моделей, прицепной техники, специальной и коммунальной автотехники, запчастей, автокомпонентов, инструмента и ремонтного оборудования. Ну и куда же без соревновательной нотки? Жюри выставки в рамках премии «Лучший коммерческий автомобиль года в России» выбрало самых-самых. В номинации «Перспектива 2019 года» победителем стал ГАЗ «Садко Next». Лучшим фургоном года стал новый Mercedes-Benz Sprinter. В номинации «Лучший грузовик года» победил Ford F-Max. Мы очень горды получить такую награду. Комтранс – самая большая выставка коммерческого транспорта не только в России, но и одна из важнейших в европейском регионе. Мы всегда участвуем в этом мероприятии, ведь российский рынок для нас очень важен. Давно не секрет, что для коммерческого транспорта комфорт и красота не так важны, как стоимость эксплуатации. Инженеры Форда добились сокращения расхода топлива на 6% и повысили межсервисный интервал, что позволило снизить общие эксплуатационные расходы на 7%. Мы начали разрабатывать эту модель с чистого листа. На разработку новых шасси, двигателя и кабины, а также тесты и запуск модели в серию нам потребовалось 6 лет и усилия 500 инженеров. Ford F-Max тестировали в 11 странах с самыми разными климатическими условиями. Кроме того, тягач готовили и к российским дорогам. Следующая, 16-я выставка Комтранс состоится в следующем году, также в начале сентября.